Скажите, довольны ли вы состоянием почвы на своем садовом участке? Является ли она плодородной? Насколько хорошо развиваются на ней растения? Проведенные опросы показывают, что в лучшем случае только один садовод из 10 считает плодородной почву на своем участке. Почва на 9 других участках истощена, и растения на ней развиваются плохо. Для восстановления истощенной почвы в нее вносят перегной и минеральные удобрения. Много времени тратят на уход за растениями, на всевозможные подкормки, на прополку сорняков, полив и рыхление грядок, защиту от болезней и вредителей. И тем не менее, урожаи с каждым годом сокращаются, а растения поражаются болезнями и насекомыми вредителями, несмотря на применяемые ядохимикаты. Поэтому садоводам приходится каждый уголок своего участка засаживать овощами, чтобы вырастить больше урожай. И на цветники, водоемы и каменистые горки не остается ни сил, ни места, ни времени. В то же время во многих садовых обществах есть участки, на которых не применяют навоза, минеральных удобрений и ядохимикатов. Прополкой сорняков, поливом растений и рыхлением грядок владельцы участков почти не занимаются. Овощи выращиваются на минимальной площади, большую часть садового участка занимают цветники, газоны, водоемы и альпинарии. И все-таки урожай на таких участках собираются значительно больше, чем у соседей, где овощи растут на каждом пятачке. Разница между такими участками заключается в основном в состоянии почвы. На большинстве садовых участков почва истощенная. Она имеет серый цвет, после дождей и поливов покрывается коркой и требует рыхления. Растения на такой почве развиваются слабыми и часто поражаются болезнями и вредителями. На других садовых участках почва плодородная. Ее верхний слой всегда рыхлый и имеет черный цвет. Растения на такой почве развиваются крепкими, почти не болеют и радуют садоводов большими урожаями. Таким образом, развитие растений и величина урожая в основном зависит от плодородия почвы. Плодородными являются такие почвы, в которых содержится много гумуса, а гумус образуется только в результате разложения органики. Поэтому существует единственный способ сделать почвы плодородными и сохранить их такими на долгое время. Он заключается в том, чтобы в почву постоянно вносить органические вещества в больших количествах. Чем больше органики получает почва, тем больше в ней образуется гумуса, и тем лучше развиваются растения. Многие садоводы замечали, что на компостных кучах растения растут значительно лучше, чем в обычном грунте. Причем садоводам не приходит и в голову удобрять компостные кучи минеральными удобрениями. Зачем? Растения и так себя там прекрасно чувствуют без всяких подкормок. И в то же время обычные грядки садоводы стараются безо всякой меры напичкать всевозможной химией. Это делается в расчете на то, что на них вырастет хороший урожай. А всего-то нужно на всех грядках и цветниках устроить компостные кучи. В этом случае уже не будут нужны никакие минеральные удобрения, а развиваться растения будут значительно лучше. Повысить плодородие почвы на садовом участке можно с помощью методов агротехники природного земледелия. На садовых участках применяются два основных вида агротехники. Больше всего распространена традиционная агротехника. Ее главная цель – вырастить как можно больше урожай.
Основными операциями традиционной агротехники являются весенняя и осенняя перекопка почвы, внесение в почву минеральных удобрений, защита растений от болезней и насекомых ядохимикатами. Но применяемые химические препараты накапливаются в овощах и фруктах и наносят ущерб здоровью человека. Кроме этого, сбор высоких урожаев сопровождается истощением почвы. Таким образом, благодаря традиционной агротехнике мы оставляем своим потомкам деградированные земли. Сторонники такой агротехники живут по принципу «после нас хоть потоп». К тому же на обработку почвы и уход за растениями приходится тратить много времени. Перекопка и рыхление почвы, прополка сорняков, полив растений отнимает много сил. Агротехника же природного земледелия ставит перед собой четыре цели. Во-первых, вырастить как можно больший урожай. Во-вторых, вырастить экологически безопасный урожай. В-третьих, при всем этом не только сохранить, но и восстановить плодородие почвы. В-четвертых, выращивать растения с меньшими усилиями и затратами времени. Основными операциями природной агротехники – являются рыхление почвы весной и осенью на глубину всего 5-7 см, восстановление почвы с помощью органических удобрений и микробиологических препаратов, защита растений от болезней и вредителей приемами агротехники и биопрепаратами. При традиционной агротехнике основные усилия направлены на обработку почвы и уход за растениями. При агротехнике природного земледелия главное – сделать почву плодородной и создать такие условия развития растений, какие существуют в дикой природе. Благодаря сохранению и восстановлению плодородия почвы автоматически увеличивается урожайность садовых культур. На плодородной почве растения хорошо развиваются, вырастают крепкими и почти не подвергаются болезням и не поражаются вредителями. Поэтому минеральные удобрения и ядохимикаты не применяются, а урожай собирается экологически безопасный. Создание природных условий развития растений сокращает рост сорняков, сохраняет влагу в почве и поддерживает землю в рыхлом состоянии. А такая почва уже не требует глубокой вспашки. Поэтому на выращивание садовых культур тратится значительно меньше времени и сил, чем при традиционной агротехнике. При всем этом сторонники природной агротехники оставляют своим детям и потомкам плодородную, богатую гумусом почву. Сделайте сами свой выбор, какую агротехнику вы будете применять на своем садовом участке. Существуют две основные причины истощения почвы. Первая заключается в том, что в почву перестали вносить органику. Плодородие почвы определяется количеством гумуса. Он выполняет четыре важные функции. Во-первых, гумус содержит в себе запас питательных веществ. Во-вторых, гумус разрыхляет почву, что способствует быстрому развитию корней и питанию воздухом. В-третьих, гумус содержит гуминовые кислоты, которые растворяют содержащиеся в почве минеральные элементы и питают этим раствором растения. В-четвертых, при создании и разложении гумуса микроорганизмы образуют большое количество углекислого газа, который является основным питанием растений. Кроме этого, гумус обладает большой влагоемкостью. Например, 1 кг гумуса может накопить в себе до 2 кг воды. При большом количестве в почве гумуса уменьшается потребность в частых поливах, что особенно важно для засушливых районов. Без гумуса почва становится плотной, и растения в ней развиваются плохо из-за недостатка воздуха. Кроме этого, из-за отсутствия гуминовых кислот, минеральные элементы не растворяются и не могут питать растения. Поэтому почву необходимо перекапывать, рыхлить, вносить в нее минеральные удобрения, чем и занимается традиционная агротехника. Чем больше в почве содержится гумуса, тем она плодороднее и рыхлее. Гумус же образуется только в результате разложения в почве органических остатков. В естественных условиях это происходит автоматически. Осенью в поле растения отмирают, перегнивают и образуют гумус, который питает новое растение в следующем году. В лесу осенью растения сбрасывают листву,
которое также перегнивает и образует гумус. Он питает деревья в следующем году и способствует образованию новой листвы. Таким образом, в природе поддерживается замкнутый цикл – растения, органика, гумус, новые растения. Наши предки следовали этому циклу. После сбора урожая в полях оставляли пожневные остатки, которые восстанавливали почву. Поэтому мы получили в наследство от предков плодородные земли. В настоящее время на сельскохозяйственных полях и садовых участках природный цикл возвращения в почву органики нарушился. Осенью урожай собирается и вывозится. Органические остатки, ботва растений, листва, ветки сжигаются или выбрасываются на свалку. Сжигая львиную долю того, что уродилось на почве, мы прерываем круговорот жизни на земле. Поэтому почва на таких полях и садовых участках постепенно истощается. Конечно, некоторые садоводы закладывают органические остатки в компостные кучи. Образовавшийся компост в последующем разбрасывают по грядкам и перекапывают. Но эта операция совсем не способствует восстановлению плодородия почвы, потому что второй причиной истощения почв является ее перекопка или отвальная вспашка. Это происходит вот почему. Органические остатки в почве разлагаются в основном под действием двух видов микроорганизмов. В верхних слоях почвы в основном обитают аэробные бактерии, которым для дыхания необходим воздух. Под действием аэробных бактерий органика большей частью минерализируется и почва пополняется минеральными элементами. В нижних слоях действуют анаэробные бактерии, которым воздух не нужен. Под действием анаэробных бактерий органические остатки большей частью гумифицируются и почва пополняется гумусом. Таким образом, в дикой природе создаются оптимальные условия питания растений. При перекопке почвы усиливается доступ воздуха на глубину. Органические остатки и гумус при этом под действием аэробных бактерий начинают активно минерализоваться. В последующем, после дождей и поливов, почва заплывает, доступ воздуха на глубину уменьшается и минерализация снижается. Но в результате совершенного ранее переворота пласта нижние слои почвы оказываются на воздухе. Содержащийся в них гумус в течение лета минерализуется почти полностью. Почва при этом пополняется большим количеством минеральных элементов, но объединяется гумусом и становится менее плодородной. Проведенные опыты показали, что за 20 лет поверхностной обработки почвы количество гумуса в ней уменьшилось на 10 тонн с гектара. Снижение же количества гумуса при перекопке почвы составило 20 тонн, то есть в два раза больше. Истощение почвы сильно сказывается на урожае. Например, при снижении содержания гумуса в почве на 20%, урожайность большинства культур уменьшается на 50%. Но перекопка почвы имеет еще несколько негативных последствий. Обычно почву перекапывают для того, чтобы она стала более рыхлой. Действительно, после перекопки она становится сыпучей, но до первого дождя или полива. Рыхлая почва пропитывается водой и образует земляное тесто. На солнце такая смесь высыхает, почва становится плотной и покрывается коркой и трещинами. Поэтому перекопка вместо разрыхления почвы приводит к ее переуплотнению. Чтобы показать зависимость плотности почвы от способа ее обработки, был проведен простой эксперимент. Весной одну половину грядки вскопали, другую прорыхлили культиватором стриж на глубину 5-7 см. На обеих частях грядки посадили морковь. Осенью собрали урожай. Он оказался практически одинаковым. Количество искривленных корнеплодов было одним и тем же. Но самым показательным оказалось то, что почва на вскопанной грядке осенью оказалась значительно плотнее, чем на опытном участке. Там, где почву не копали, осенью можно было выкопать рукой лунку на 15-20 см. На вскопанном участке почва стала очень твердой, и рукой в ней можно было сделать борозду глубиной только 4-5 см. Кроме того,
В результате перекопки разрушается пористая структура почвы. В естественных условиях почва наполовину состоит из пустот и немного напоминает собой губку или сыр. Эти пустоты образуются в результате разложения корневой системы растений и движения червей. Пористая структура почвы способствует быстрому развитию корневой системы. Весной корни новых растений попадают в поры и беспрепятственно развиваются на глубину. Пористая структура является главным элементом природной системы автополива. В естественных условиях растения прекрасно развиваются без какого-либо полива. Это происходит благодаря тому, что они получают в два раза больше влаги из самой почвы, чем из атмосферы. Эта система действует следующим образом. Каждый кубометр атмосферного воздуха содержит более 100 граммов влаги. Днем теплый воздух опускается по каналам в почву. На глубине почва холодная, и поэтому на стенках каналов образуется конденсат. Частично он питает влагой растения, но большей частью стекает вниз и создает водоносный слой. Такой слой питает водой родники, которые сливаются в ручьи, затем в речки и попадают в моря. В лесу, благодаря тени, почва более прохладная, чем в поле. Большая разница между температурами почвы и теплого воздуха приводит к большему образованию конденсата. Поэтому лесные реки значительно более полноводные, чем реки в степи. А вырубка лесов обязательно приводит к обмелению рек или их полному исчезновению. Вода в морях и реках постепенно испаряется и напитывает влагой атмосферу. Часть влаги попадает на землю в виде осадков, другая часть выпадает в виде конденсата в почве. Таким образом происходит круговорот воды в природе. Благодаря выпаданию конденсата реки текут даже в засуху и зимой, когда нет дождей. В действии этой системы автополива легко убедиться, если достать из холодильника охлажденную емкость с водой. При комнатной температуре она сразу же покроется капельками воды. Это образовался конденсат. На садовом участке это явление можно увидеть ранним утром после холодной ночи. Почва в такую ночь теплее воздуха. Теплый влажный воздух поднимается из почвы, и на холодных растениях образуется роса. Природная система автополива питает полевые растения водой и позволяет им расти даже в засуху. На перекапываемых почвах эта система перестает действовать. Поэтому садоводы вынуждены часто поливать грядки. То же самое происходит и на больших полях. Пористая структура почвы также создает условия для минерального питания растений. В почве содержится большое количество минералов, но растения ими не могут питаться, пока они не будут растворены. Когда теплый воздух опускается в почву по каналам, то он содержит в себе углекислый газ. Выпадающий на стенках пор конденсат смешивается с углекислым газом и образует угольную кислоту. Она растворяет минералы и питает этим раствором растения. Кроме этого, перекопка почвы способствует появлению сорняков. Это картофельное поле регулярно перекапывалось. Оно все заросло сорняками. За его пределами почва не обрабатывалась. На этом участке растут только многолетние луговые травы, и сорняков там нет. Сорняки растут только на регулярно перекапываемой почве. Эта полевая дорога покрыта луговой травой. В мае часть ее перекопали. К июлю этот участок дороги зарос сорняками. Таким образом, при перекопке почвы возникает несколько негативных явлений. Главным из них является минерализация гумуса и снижение ее плодородия. Кроме этого, следствием перекопки является переутомление почвы, разрушение пористой структуры почвы, нарушение природной системы автополива и ухудшение условий минерального питания растений.
Поэтому при традиционной агротехнике урожаи постепенно снижаются. Вновь повысить их пытаются увеличением количества минеральных удобрений. Но сторонники традиционной агротехники не учитывают тот факт, что в рационе питания растений минеральные вещества составляют только 22%. Основным же питанием растений является углерод, который составляет 50% рациона питания и содержится в углекислом газе атмосферы. Растения потребляют углекислый газ листьями при помощи отверстий, которые называют устьицами. Под действием энергии света происходит фотосинтез, и в растениях из неорганического углерода образуется органическое вещество. Большая часть необходимого растениям углекислого газа выделяется микроорганизмами при разложении органических остатков. Поэтому внесение в почву органики способствует углеродному питанию растений и является главной операцией природной агротехники. Для образования органического вещества при фотосинтезе требуется энергия света. Поэтому необходимо, чтобы растения получали как можно больше света. При загущенных посадках освещенность растений снижается и урожаи падают. Чтобы избежать этого явления, при весенних посадках необходимо оставлять между растениями достаточное для освещенности пространство. Другими важными питательными элементами являются кислород и водород. Они составляют в рационе питания растений 28% соответственно. Эти элементы растения потребляют корневой системой, кислород из воздуха, водород из воды. При разложении органики почва разрыхляется и обеспечивает питание растений кислородом. Отсутствие перекопки сохраняет пористую структуру почвы и приводит в действие систему автополива, благодаря чему растения получают водород. Азот составляет в рационе питания растений 15%. Он фиксируется микроорганизмами из атмосферы при разложении органики. Остальные 7% рациона питания растений составляют 16 минеральных микро- и макроэлементов. Они содержатся в почве в больших количествах и дополнительно попадают в почву в результате разложения и минерализации органики. Этим минералам и азоту традиционная агротехника уделяет основное внимание, применяя их в виде минеральных удобрений. В то же время агротехника природного земледелия занимается созданием всех условий развития и питания растений в целом. Причем она состоит всего из одной главной операции – внесения в почву органических остатков в виде мульчи и сидератов. А сторонникам традиционной агротехники приходится выполнять значительно больше видов действий. Это весенняя и осенняя перекопка почвы, прополка сорняков, полив растений, рыхление почвы после дождей и поливов, внесение в почву минеральных удобрений, обработка растений ядохимикатами. Активное применение традиционной агротехники привело к тому, что количество гумуса в обрабатываемой почве за 100 лет уменьшилось на 30%. Нетрудно посчитать, что через 200 лет плодородной почвы не останется совсем. А каждые 10 секунд на нашей планете становится на 1 гектар плодородной почвы меньше. Такими темпами наша зеленая планета Земля в будущем может стать планетой-пустыней. Проблему восстановления плодородия почвы нельзя полностью отдать на откуп природе. В естественных условиях 1 сантиметр плодородного слоя почвы образуется в течение от 100 до 300 лет. Сократить срок восстановления почвы с сотен до буквально до нескольких лет можно с помощью агротехники природного земледелия. Далее в видеофильме показано, что нужно делать на садовом участке в различные сезоны. При агротехнике природного земледелия вместо перекопки почвы рыхлят на глубину 5-7 см.
Это можно делать с помощью различных инструментов – культиватором, мотыгой или плоскорезом. Лучшие результаты в поверхностной обработке почвы показали два инструмента, которые изготавливают на частном предприятии Харлова в Новосибирске. Это культиватор «Стриж» и «Мотыга». Их особенность заключается в том, что они имеют самозатачивающееся лезвие ножа. Это достигается путем лазерной закалки. Благодаря этому инструменты длительное время сохраняют высокие режущие свойства и не требуют заточки. Кроме рыхления почвы, в нее вносят органические остатки для восстановления слоя гумуса. Это делается двумя способами. Вначале сеют сидеральные растения. Сидератами являются любые однолетние растения, которые выращивают для восстановления плодородия почвы. Их сеют весной до посадок садовых культур, летом вместо садовых культур и осенью после сбора урожая. В первую очередь сидераты выращивают ради корневой системы. После того, как сидеральные растения вырастут, их подрезают. Корни сидератов перегнивают и обогащают почву гумусом. Ботву сидератов после подрезания оставляют на поверхности почвы. Она разлагается и также образует в почве гумус и пополняет ее минеральными элементами. Кроме того, в результате разложения корневой системы в почве создается пористая структура. Поэтому сидераты нежелательно перекапывать, так как поры в почве будут разрушены. В результате постоянного выращивания сидератов почва становится рыхлой и плодородной. Перед посевом сидератов почву рыхлят мотыгой или культиватором «Стриж» на глубину 5-7 см. Затем в почве делают борозды и сеют семена сидератов. Борозды засыпают землей с помощью мотыги. Осенью лучше всего использовать озимые сорта сидеральных растений. Обычно это рожь или овес. Даже если они посажены поздно осенью и не успевают прорасти, то семена взойдут ранней весной. В этом случае растения наберут органическую массу до основных посадок. Если семена посажены рано, то к середине осени грядки покрываются сплошным покровом сидеральных растений. В этом случае их можно срезать и второй раз посеять в междурядьях новые семена сидератов. Почва при этом восстановится значительно быстрее. Осенью сидераты высевают также в теплицах, если в них не делают теплые грядки. При смешанных посадках сидераты высаживаются на место овощей сразу же после их уборки. После посева сидератов грядки мульчируют органическими остатками. Это необходимо для того, чтобы быстро восстановить истощенную после сезона почву. В течение осени и последующей весны мульча перегнивает и плодородие почвы восстанавливается. В качестве мульчи можно использовать свежий или полуперепревший навоз, перегной, компост, ботву растений, листву, бумагу или картон. Если в качестве мульчи применяется компост или перегной, то при посеве сидератов борозды можно не делать. Семена разбрасывают по поверхности почвы и присыпают компостом. После мульчирования проводят осеннюю обработку почвы. Для этого используют микробиологические препараты, содержащие агрономически полезные микроорганизмы. При обработке препаратами почвы возникают два положительных эффекта. Во-первых, существенно ускоряется разложение органических остатков, в результате чего в почве быстро восстанавливается слой гумуса. Во-вторых, агрономически полезные микроорганизмы подавляют действие вредных бактерий, вызывающих болезни растений. Таким образом, осенняя обработка приводит к быстрому восстановлению истощенной за лето почвы, а также обеззараживает ее от возбудителей болезней растений.
Кроме этого, под действием микроорганизмов перегнивают корни сорняков, которые были повреждены при рыхлении почвы. Вследствие этого, следующим летом сорняков на такой почве взойдет значительно меньше. Наилучшим образом на садовых участках себя зарекомендовали биопрепараты «Сияние». В их состав входят агрономически полезные микроорганизмы, взятые из плодородных почв России. Такие микроорганизмы приспособлены к деятельности в суровых климатических условиях и показали свою высокую эффективность по восстановлению плодородия почвы. Для проведения осенней обработки почву на грядках проливают концентрированным раствором препаратов «Сияние». Последнее, что делают осенью при агротехнике природного земледелия, закладывают теплые грядки. На теплых грядках обычно растут садовые культуры, которые выращивают через рассаду. Это томаты, огурцы, перцы, баклажаны, арбузы, дыни и другие растения. Теплые грядки устраивают в траншее или коробе. В них набивают любые органические остатки и засыпают компостом, в которую весной высаживают рассаду. Принцип действия теплых грядок основан на двух явлениях. Во-первых, при разложении органики выделяется тепло, почему такие грядки и называют теплыми. Поэтому рассаду туда можно высаживать на 3-4 недели раньше обычного. В этом случае период развития растений удлиняется на целый месяц, что способствует образованию дополнительного урожая. Во-вторых, при разложении органики образуется большое количество питательных элементов. Растения получают самое лучшее питание, благодаря чему урожайность садовых культур повышается. На теплых грядках растения вырастают крепкими и здоровыми. Они не поражаются фитофторой и другими болезнями, что также способствует сбору большего урожая. Например, в результате совместного применения теплых грядок и биопрепаратов «Сияние» урожайность томатов может увеличиться почти на 300%. Контрольные растения высадили в открытый грунт в начале июня. Опытные растения высадили в теплую грядку в открытом грунте в начале мая. Органические остатки в теплой грядке обработали биопрепаратами «Сияние». Их же использовали при поливе растений один раз в неделю. В результате с контрольной грядки собрали по 4 килограмма с одного растения, а на теплой грядке урожай составил 11 килограммов с каждого куста, а плоды собирали в основном красными. В Западной Сибири при использовании традиционной агротехники выращивают в среднем 4-5 килограммов томатов с одного куста. Благодаря агротехнике природного земледелия и биопрепаратам «Сияние» на тех же участках садоводы легко собирают по 11-12 килограммов томатов с одного куста. Причем большая часть плодов созревает на кусту и их снимают спелыми. Для создания теплой грядки выкапывают траншею глубиной и шириной не менее 40 сантиметров. Длина траншеи может быть любой. Вместо траншеи можно сделать короб таких же размеров. Для дренажа на дно траншеи укладывают ветки. Затем траншею набивают органическими остатками. Это может быть листва, ботва растений, отсев овса, мекина, сена, солома, навоз, бумага, картон, в небольших количествах выветренные опилки и другая органика. Для быстрого разложения углеродистые материалы перемешивают с азотистыми или укладывают послойно. Углеродистыми материалами являются сухая листва, опилки, отсев овса, мекина, солома, бумага или картон. Азотистые материалы – это ботва растений, сено и навоз. Если азотистых органических остатков нет, то углеродистые материалы проливают коровяком или раствором птичьего помета. Органику в теплую грядку закладывают слоями толщиной 10-12 см и обрабатывают биопрепаратами «Сияние». В результате применения препаратов органика быстро перегнивает, растения получают оптимальное питание и хорошо развиваются.
Если органические остатки сухие, то их необходимо пролить большим количеством воды. Затем в органике делают лунки глубиной 20-25 см и засыпают в них компост. В лунки втыкают вешки для того, чтобы их можно было легко найти весной. Окружающую лунки органику также засыпают землей слоем 10 см. Теплую грядку под огурцы органику закладывают также осенью, но обработают ее биопрепаратами сияния только весной. Теплая грядка готова. Ее можно делать и весной, но осенью, как правило, работа на садовом участке меньше, чем весной. Поэтому при подготовке теплой грядки осенью экономится много весеннего времени. Если на садовом участке каждый год делают теплые грядки, то в этом случае отпадает необходимость в компостной куче. Перегнившая за сезон органика в теплой грядке и является компостом. Перед закладкой новой органики компост из теплой грядки выгребают. Его большую часть разбрасывают по грядкам в качестве мульчи. Меньшую часть складируют. Ее используют весной при посеве семян, высадке рассады и саженцев в грунт. На этом основные осенние работы на садовом участке завершены. Дополнительно осенью можно оградить грядки бордюрами. Обычно осенью после уборки урожая и весной перед посадками ходят по всей территории садового участка. В результате этого почва переуплотняется, что затрудняет ее обработку и ухудшает развитие растений. Этого можно избежать, если грядки оградить бордюрами. В этом случае ходят только по дорожкам, и почва на грядках остается рыхлой. Ограждение грядок также сокращает обрабатываемую площадь садового участка. Кроме этого, при мульчировании почвы на грядках органика не скатывается на дорожку. Подробнее об устройстве бордюров можно посмотреть в видеофильме «Садовый дизайн». Зима – это великолепная возможность собрать большое количество органики для восстановления плодородия почвы. В течение зимы в каждой семье собирается много пищевых отходов, которые обычно выбрасываются. Такие кухонные отходы можно собирать и вывозить на садовый участок. В частном доме в течение зимы пищевые отходы просто высыпают в компостную кучу или теплую грядку. Также поступают, если есть возможность в течение зимы выезжать на садовый участок. Во второй половине зимы сеют семена на рассаду. Почва-грунт обрабатывают биопрепаратами сияния, упаковывают в плотный полиэтиленовый пакет и хранят в теплом темном месте 2 недели. Затем в почва-грунт сеют семена. После появления всходов раз в неделю почву обрабатывают препаратами сияния. Таким же образом подкармливают и комнатные растения. Весной садоводов встречает зеленое поле озимых сидератов.
Перед посевом овощей их необходимо подрезать мотыгой или культиватором стриж. Подрезают растения по уровню почвы. Их ботву, а также остатки мульчи сгребают граблями и закладывают в теплую грядку или компостную кучу. Почву рыхлят, делают в ней борозды и проливают их раствором препаратов сияния. Затем сеют семена. Борозды засыпают компостом. Это ускоряет развитие растений, так как они получают лучшее питание. Кроме того, после дождей и поливов почва на грядках не заплывает и не покрывается коркой. Если на каких-то грядках будет высаживаться рассада, то сидираты там и срезают. Рассаду высаживают непосредственно в сидираты. В грядке делают лунки и высаживают рассаду, присыпав ее компостом. Несколько дней сидираты и рассада будут расти совместно. Сидираты сглаживают перепады температуры возле почвы. Ночью они защищают рассаду от холода, днем прикрывают от солнца и ветра. Благодаря этому рассада лучше приживается. Через 5-7 дней после высадки рассады сидираты срезают и мульчируют ими почву на этих же грядках. Весной на тех грядках, где будут делаться поздние посадки, необходимо провести весеннюю обработку почвы и посеять сидеральные растения. Для этого в почве делают борозды, сеют семена сидиратов, засыпают борозды грунтом и проливают почву концентрированным раствором биопрепаратов сияния. В качестве сидиратов применяют различные однолетние быстрорастущие растения. Это могут быть фацелия, вика, масляничная редька, горчица и другие виды растений. Однако на большей части садового участка делают ранние посадки. Сидираты на таких грядках вырасти не успевают. Поэтому очень важно на таких участках почвы садить озимые сорта сидеральных растений осенью или выращивать сидираты в течение всего предыдущего сезона. Подготовленные с осени теплые грядки необходимо обработать препаратами сияния. Для этого в теплой грядке делают отверстия и заливают в них раствор препаратов. После этого высаживают рассаду и засыпают лунку компостом, который проливают раствором препаратов сияния. Если в теплую грядку для огурцов органику заложили с осени, то весной ее проливают раствором препаратов сияния. Затем в органических остатках делают лунки и засыпают их компостом. Органику по всей поверхности теплой грядки засыпают компостом слоем 10 см. Затем в лунки высаживают рассаду огурцов или высевают семена. После этого лунки проливают препаратами сияния, как это было показано ранее. Если теплые грядки не были подготовлены с осени, то их устраивают весной. При создании теплых грядок и компостных куч применяют разнообразные органические остатки. Для ускорения процессов разложения остатки желательно измельчить. Это можно сделать топором, сечкой или с помощью измельчителя. Одним из источников питательной органики являются ветки деревьев и кустарников. Они очень медленно разлагаются в компостных кучах, поэтому их обычно сжигают. Если ветки измельчить, то они будут перегнивать так же быстро, как и растительные остатки. Для переработки веток применяют специальные садовые измельчители. С их помощью можно быстро измельчить ветки деревьев
в том числе и разветвленные. Существуют модели, которые измельчают и ветки, и мягкие садовые отходы, включая и овощи. Измельченные ветки и мягкие отходы применяют для мульчирования, закладки в теплые грядки и компостные кучи. При агротехнике природного земледелия основным средством восстановления плодородия почвы является органика. Тем не менее, для подкормки растений можно применять природное минеральное удобрение. Таким удобрением является зола. Она образуется в результате сжигания растений и древесины. В огне выгорают летучие формы минеральных элементов – углерод, водород, кислород и азот. В виде золы остается большинство минеральных микро- и макроэлементов, причем их состав в золе строго сбалансирован и оптимален для питания растений. Основной летней операцией агротехники природного земледелия является мульчирование. Осеннее мульчирование применяется для восстановления в почве гумуса, а также для защиты почвы от выветривания, вымывания и промерзания. Летнее мульчирование также делает почву плодородной и защищает ее. Но летом мульча выполняет еще несколько важных функций. Мульча затрудняет рост сорняков. На борьбу с сорняками при традиционной агротехнике летом тратится больше всего времени. Сорняки обычно выпалывают, что отнимает много сил. Иногда сорняки обрабатывают гербицидами, но это может затруднить развитие садовых культур. Для подавления сорняков на данном поле использовали ядохимикаты. В течение 2 лет на нем ничего не растет, ни сорняки, ни садовые культуры. При обработке поля гербициды попали на соседние участки. Хорошо заметно, что ближние к обработанному полю растения растут заметно хуже, чем дальние. Кроме этого, ядохимикаты накапливаются в почве, попадают в овощи и негативно сказываются на здоровье людей. В то же время при агротехнике природного земледелия развитие сорняков легко подавляется с помощью мульчирования. Слой мульчи толщиной 5-7 см сокращает рост сорняков в 5 раз. Для нормального развития растений необходим свет. Мульча же создает в междурядьях тень, которая затрудняет развитие сорняков. На одной грядке 2 ряда перцев замульчировали, 1 оставили для контроля. Через несколько дней на контрольном ряду появились первые сорняки. А еще через неделю этот ряд полностью зарос травой. В то же время на 2 замульчированных рядах перцев сорняков очень мало. Мульча предотвращает излишнее испарение влаги из почвы. Благодаря мульче почва долгое время остается влажной, и грядки не нужно будет поливать. Чтобы выяснить необходимость в поливе, достаточно приподнять слой мульчи. Если почва влажная, то поливать растения не нужно. Благодаря мульче верхний слой почвы будет все время рыхлым. Поэтому после дождей и поливов почву на грядках рыхлить не потребуется совсем. Мульча препятствует перегреву верхнего слоя почвы на солнце в жаркие летние дни. При температуре воздуха в 29 градусов почва на солнце может прогреваться до 46 градусов. При такой температуре растения очень плохо развиваются и часто просто гибнут. При мульчировании же температура почвы снижается до 26 градусов, и растения себя чувствуют комфортно. В мае в сухую песчаную почву были высажены саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников. Саженцы сразу же замульчировали соломой. Точно так же высаженную землянику замульчировали свежей травой. Благодаря мульче земляника прижилась полностью, а из 100 саженцев погибло всего несколько штук.
то время как все незамульчированные саженцы засохли. Летом обычно почву мульчируют травой. Ее срезают с дорожек возле ограждений, а также косят в лесу или в поле. Перед мульчированием траву желательно измельчить сечкой. Почву на грядках начинают мульчировать после того, как она прогреется и в ней появятся всходы садовых культур. Перед первым мульчированием почву рыхлят, затем на нее укладывают траву слоем 5-7 см в междурядьях. В последующем почву рыхлить уже не нужно. Мульчируют на садовом участке все грядки, ягоду, растения в теплицах, ягодные кустарники, плодовые и декоративные деревья. В качестве мульчи для цветников хорошо подходит скорлупа кедровых орехов. Она создает ровное темное покрытие, которое является хорошим контрастным фоном для цветов. Мульчой также могут быть измельченные обрезки веток кустарников и деревьев. Траву для мульчирования лучше всего выращивать прямо на садовом участке. Для этого дорожки и лужайки засевают газонной травой. Раз в неделю ее подкашивают газонокосилкой, которая траву измельчает и собирает в бункер. Измельченной травой очень удобно мульчировать почву на грядках и цветниках. Газонная трава также придает садовому участку ухоженный вид. Слой мульчи из травы должен быть не менее 5 сантиметров. В этом случае с течением времени ее верхний слой подсыхает, а нижний перегнивает. Поэтому почву необходимо периодически мульчировать вновь, один раз в 1-2 недели. В конечном итоге на садовом участке не должно остаться незакрытой почвы. Вся используемая площадь должна быть прикрыта. На дорожках и лужайках растет газонная трава. Грядки, цветники, приствольные участки почвы замульчированы травой. В течение лета растения раз в неделю поливают биопрепаратами сияния. Благодаря этому на грядках повышается концентрация агрономически полезных микроорганизмов. Под действием микроорганизмов органическая мульча быстро перегнивает и в почве образуется плодородный слой гумуса. При дыхании микроорганизмов выделяется углекислый газ, который является главным питанием растений. При разложении мульчи в гумусе образуются гуминовые кислоты, которые растворяют минеральные элементы, содержащиеся в почве. Благодаря этим процессам растения получают полноценное питание, быстро развиваются и радуют садоводов своим урожаем.
Эффективность совместного применения агротехники природного земледелия и биопрепаратов сияния иллюстрирует опыт с перцами. В течение лета на одной грядке два ряда перцев периодически мульчировали травой и раз в неделю поливали биопрепаратами сияния. Третий ряд выращивали по традиционной агротехнике, без мульчи, с поливами обычной водой. Через некоторое время опытные растения стали заметно опережать в своем развитии контрольные. У них раньше образовались завязи, листья были плотные и имели сочный зеленый цвет. В середине июля на одном опытном растении было 6 плодов, на контрольном – только 2. Таким образом, совместное применение агротехники природного земледелия и биопрепаратов сияния повышает урожайность садовых культур и снижает трудоемкость ухода за ними. Другой опыт показывает эффективность действия микробиологических препаратов сияния. В 2 лунках выращивались кабачки. В обе лунки высыпали по 4 ведра плодородного компоста. Одно растение раз в неделю поливали биопрепаратами сияния, другое поливали обычной водой. Заметно, насколько лучше развиваются кабачки, обработанные биопрепаратами сияния. Таким образом, применение биопрепаратов сияния повышает урожайность садовых культур даже при их выращивании на плодородном компосте. При традиционной агротехнике во время полива вода плохо впитывается в плотную почву. Чтобы предотвратить ее растекание, садоводы делают лунки вокруг растений или устанавливают коробки. Благодаря мульчированию и применению препаратов сияния, почва на тех же грядках становится рыхлой и вода в нее легко впитывается. В течение лета на садовых участках постоянно образуется большое количество органических отходов. Это сорняки, трава, бумага, кухонные отходы. Такую органику можно перерабатывать 2 способами. Большинство садоводов закладывают органические отходы в компостную кучу. При этом необходимо руководствоваться такими же правилами, как и при создании теплых грядок. Для компостирования органических отходов делают короб, закрытый с 3 сторон. На дно короба для дренажа укладывают ветки. Сухие материалы чередуют с влажными. Углеродистые отходы перемешивают или чередуют с азотистыми. Каждый слой толщиной 20-25 см обрабатывают биопрепаратами сияния, засыпают несколькими лопатами земли и проливают водой. Органические отходы утрамбовывают. Сформированную кучу увлажняют водой и закрывают полиэтиленом. Благодаря применению биопрепаратов сияния, органические отходы в компостной куче разлагаются всего за 1,5 месяца. Для примера их действия провели следующий эксперимент. В 2 стеклянные банки поместили пищевые отходы, которые в одной из банок обработали биопрепаратами сияния. С течением времени заметно, насколько быстрее разлагаются отходы, обработанные препаратами. В то время как в контрольной банке отходы не изменились. То же самое происходит и на садовом участке. Весной были сделаны 2 теплые грядки, которые набили листву. Органические отходы в одной грядке были обработаны биопрепаратами сияния, другая грядка была контрольной. Летом на обеих грядках выращивались томаты и перцы. Осенью урожай собрали и с теплых грядок убрали верхний слой почвы. Листья в контрольной грядке практически не перегнили. В опытной же теплой грядке, благодаря биопрепаратам сияния, образовался питательный компост. Внесение в почву органики и обработка ее биопрепаратами приводит к повышению численности в почве червей. Эти почвенные животные способствуют образованию гумуса и создают пористую структуру почвы. Чем больше в почве червей, тем более плодородной она становится. Если компостная куча уже сформирована, то ускорить разложение в ней органики можно следующим способом. В куче ломом пробивают несколько отверстий и заливают в них раствор биопрепаратов сияния. Затем раствором биопрепаратов проливают органику сверху и закрывают полиэтиленом. Несмотря на широкую популярность компостных куч, в агротехнике природного земледелия существует более оптимальный способ переработки органических отходов.
Он заключается в том, что все отходы используются в качестве мульчи. Вместо компостной кучи их высыпают непосредственно на грядки. При этом пищевые отходы, бумагу и картон лучше всего укладывать на грядки с широкими междурядьями. Обычно это делают там, где растут томаты, перцы, баклажаны, огурцы, капуста, кабачки, а также ягодные кустарники. Сверху пищевые отходы прикрывают небольшим слоем травы. Использование органических отходов для мульчирования имеет ряд преимуществ перед их компостированием. Во-первых, при мульчировании значительно меньше трудоемкость. Не нужно делать короб, не нужно вытаскивать готовый компост и разносить его по грядкам. Также не нужно набирать двойное количество органики для закладки в компостную кучу и для мульчирования. Одна и та же органика служит и мульчой, и компостом одновременно. Во-вторых, при разложении мульчи образуется большое количество углекислого газа, который питает растения на грядках. При разложении органики в компостной куче углекислым газом питаются только близлежащие растения. А поскольку компостные кучи обычно устраивают на хозяйственной территории, то садовым культурам углекислого газа и не достается. В-третьих, образующиеся при разложении органики питательные вещества постепенно вымываются и удобряют почву непосредственно на грядках, а не на хозяйственной территории. Благодаря мульчированию почвы органическими отходами, весь садовый участок может в короткие сроки стать большой компостной кучей. А любые растения на компосте обычно очень хорошо развиваются без каких-либо минеральных удобрений. Летом большой урон растениям могут нанести насекомые, вредители и болезни. Потери урожая при этом могут достигать 100%. Тем не менее, можно легко предотвратить появление болезней, вредителей и сохранить урожай. При традиционной агротехнике для защиты растений широко применяются ядохимикаты. Агротехника природного земледелия использует природные методы, безопасные для почвы, растений, насекомых, животных и людей. Действию вредителей и болезней больше в основном подвергаются ослабленные растения, которые растут на истощенной почве. Поэтому основным способом защиты растений является восстановление плодородия почвы. На ней вырастают сильные и здоровые растения, которые болезнями и вредителями почти не поражаются. Проведенные многочисленные опыты показали, что при внесении в почву органики количество заболевших растений снижается в 3-5 раз. Также действует плодородная почва и на популяции вредителей. Поэтому главный способ защиты растений – это внесение в почву органики в виде мульчи и с помощью посева сидиратов. Серия других опытов показала, что растения в большей степени поражаются болезнями и вредителями, если в почву на грядках вносить минеральные удобрения, особенно азотистые. В этом случае сбалансированность питания растений нарушается, и в их листьях повышается содержание углеводов, которые привлекают вредителей. При выращивании растений на плодородной почве они получают сбалансированное питание, благодаря чему избыток углеводов в листьях отсутствует. Такие растения вредителей просто перестают интересовать. Поэтому не нужно применять минеральные удобрения. Не стоит увлекаться подкормками коровяком и птичьим пометом. Другая важная причина появления болезней и вредителей заключается в том, что растения выращивают на одной грядке и несколько лет подряд. В этом случае возникает несколько негативных явлений. Во-первых, большая грядка с растениями одного вида привлекает к себе внимание вредителей. Во-вторых, растения выделяют ядовитые вещества – калины, которые поражают другие растения этого же вида. В-третьих, в почве накапливаются болезни и вредители данного вида растений. Для предотвращения этих нежелательных явлений применяют севооборот. В этом случае садовые культуры одного вида каждый год выращивают на новом месте. Для этого сад делится на три участка. Первый занимают требовательные культуры. Это капуста, лук-порей, огурцы, кабачки, тыквы, сельдерей. На втором участке выращивают бобовые – горох, фасоль, бобы, люпин.
Третий участок предназначен для корнеплодов. На нем выращивают свеклу, морковь, редис. Чередование растений идет в следующем порядке по годам. Требовательные культуры, бобовые, корнеплоды. Если на садовом участке выращивается картофель, то его садят после корнеплодов. Все в обороте с земляникой сад делится на 5 участков. В этом случае на участке, занятом земляникой, на 5-й год выращивают картофель. Но лучше всего делать смешанные посадки садовых культур. При этом различные растения, овощи и цветы выращивают на одной грядке. Например, несколько кочанов капусты, немного сельдерея, лука и моркови. По краям цветы и земляника. В этом случае севоборот уже не нужен. Кроме этого, запахи разных растений заглушают запах той культуры, которую ищет вредитель. В конечном итоге вредителям проще найти большую грядку с одной садовой культурой у соседей, чем искать один кустик моркови на смешанной грядке. К тому же при правильном сочетании садовых культур повышается их урожайность. Это связано с тем, что одни растения оказывают благотворное влияние на развитие других растений. В таблицах показана совместимость различных садовых культур. С вредителями также можно успешно бороться с помощью их естественных врагов – хищных насекомых. В этом случае на садовом участке необходимо создать условия для нормальной жизни хищников. Оптимальный вариант – смешанные посадки и газонная трава на дорожках и лужайка. В этом случае на садовом участке будет достаточно убежищ для хищных насекомых, которые без участия садоводов будут бороться с вредителями. Даже сорняки могут помочь защитить растения от вредителей. К примеру, осот содержит много углеводов. Он отвлекает на себя насекомых. Через куст смородины пророс осот. Он весь в тле. В то же время на листьях смородины тли нет.
Большой ущерб могут нанести растениям такие болезни, как фитофтора, перонаспора, мучнистая роса. Бывают случаи, когда от фитофторы на свалку выбрасывают весь урожай. При защите растений от болезней хорошие результаты показали биопрепараты сияния. Содержащиеся в них агрономически полезные микроорганизмы подавляют вредные бактерии, вызывающие болезни растений. Для этого растения необходимо опрыскивать один раз в неделю препаратами сияния. Во второй половине лета опрыскивание желательно проводить 2-3 раза в неделю. Благодаря этому фитофторы и других болезней растений можно избежать практически полностью. Для быстрого восстановления плодородия почвы на части грядок в течение всего лета выращивают сидераты. В качестве сидеральных растений можно использовать фацелию, рожь, овес, люпин, вику, масляничную редьку, белую горчицу, донник, рапс и другие однолетние растения. Важно в течение сезона вырастить несколько посевов сидератов для того, чтобы в почве накопилось большая органическая масса. Например, на участке почвы с осени сеют озимую рожь. В мае всходы подрезают и сеют фацелию. В июне на этом участке выращивают вику, в июле – масляничную редьку, в августе – горчицу, в сентябре сеют озимый овес. В следующем сезоне то же самое делают на другом участке почвы. Таким образом, за 3-5 лет с помощью сидератов можно быстро восстановить почву на всей территории садового участка. Осенью на садовом участке начинают собирать урожай, и весь цикл агротехники и природного земледелия повторяется. Благодаря агротехнике природного земледелия улучшаются вкусовые качества овощей, они меньше портятся при хранении. Значительно повышается урожайность садовых культур, поэтому их можно садить в меньших количествах. А освободившуюся площадь использовать для садового дизайна. Разместить на ней альпийские горки, водоемы, лужайки, цветники и площадки отдыха. Подробнее о благоустройстве садового участка вы можете посмотреть в видеофильме «Садовый дизайн», созданном Центром природного земледелия «Сияние». Подробнее об агротехнике природного земледелия вы можете прочитать в книгах Николая Ивановича Курдюмова «Умный огород в деталях», «Умный сад в подробностях», «Формировка вместо обрезки», «Умный виноградник», «Мастерство плодородия», «Энциклопедия умного дачника». Эти книги легко читаются, в них содержится много полезной информации по природному земледелию. Продвижением природной агротехники занимаются центры природного земледелия «Сияние». В наших центрах садоводы могут получить индивидуальные консультации по агротехнике и выращиванию садовых культур. Сотрудники центра проводят семинары и лекции для садоводов. Если вы решили стать сторонником агротехники природного земледелия, то вы можете получать бесплатно информационный вестник «Сияние».
Для этого вам необходимо приобрести дисконтную карту «Сияние» и заполнить анкету. Дисконтная карта дает возможность приобретать продукцию для садоводов со скидкой от 5 до 20%. Получить дисконтную карту вы можете в центрах природного земледелия «Сияние».